же, всем здогого, пацаны, с вами Грас Монтана, и это уже вторая часть второго сезона по Сампу. И как вы видите, я уже нахожусь в отеле, да, за вчерашний день я нашел старого друга. Если вы помните серию «Дагестанская свадьба», то тогда вы вспомните его. Так вот, видео, которое, как он мне передает отель, оно будет... Оно уже, точнее, было. Ну, вы увидели в начале видео. Ну, так вот. Еще он попросил передать там нескольким людям привет, но я только запомнил имя Сахарок. Сахарок, здорово. Вот. Ну, в принципе, вот и все. А теперь побежали покупать себе тогда уж тачку. Так. И, блин, и меня бесит вот это вот все. Меня бесит то, что здесь такие ебаные, блять, коридоры. Это вообще пиздец. Вот меня просто раздражает то, что нужно вот так вот пропрыгать, блин, пропрыгать. А, кстати, чуть не забыл, да, МН. Статистика. Хардпати хотите устроить, то у меня отель Пират. Ну, как, блядь, называется. Короче, гостиница, 11 номер на втором этаже в Лас-Вентуросе, в отеле Пират или Пиратство. И хуй знает, короче, как называется он. Так вот, сейчас поедем себе машину купим. Так, сначала нужно за бабками съездить. Так, конечно. Надо сейчас пидорить. Пидорить, пидорить, пидорить. А куда пидорить? Где у нас банк? Ага. А банкоматов я тут вообще не вижу. Ладно, будем искать. Ну и пока я тут ползал, искал банкомат, то я вспомнил, кому же все-таки же нужно передать привет. Это Скотт Бенсон, Дантешка и Сахарок. Вам здорово от Ромки. Ну и, конечно же, от Граспа. Ромка Бенсон. Ой, Бенсон. О, извиняюсь, передал мне отель. Вот. Спасибо тебе, чувак, вообще большое. Вот. Ладно, продолжаем искать. Ну вот я, короче, нашел себе банкомат такой красный на четырех колесах, который меня довезет сейчас. Да, то я даже не знаю, блин, что себе взять-то. Точно, что бы взять-то, что бы взять, что бы взять. Так, 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 надо подумать. Ладно. Сейчас съедем до банкомата, короче, сначала, и там посмотрим. Я еще, кстати, хотел сейчас заехать по пути, посмотреть, что такое казино вообще. Я вчера что-то зашел, посмотрел, что кого там, что-то ничего вообще не понял. Видео посмотрел, видео тоже, блин, очень мало, и они какие-то все непонятные, блядь, типа тактики, не тактики там якобы. А тут люди играют, и это круто. Ладно, так, все, выходим. Так, 250, да ладно, пойдем. Так, что тут надо делать? Так, DC. Ну, гоу, чё. О, я выиграл, круто. Все. Заебись. Вот это я люблю. Все, я человек не это. Я человек не азартный. Ну, если, конечно, кто не помнит эти выпуски из Самп.РП, то... Ребят, думайте, то, что я не азартный. Вот. Ну, а кто не знает и даже не смотрел Самп.РП выпуски, то посмотрите там ниже у меня на канале. Там будет такой выпуск, где казино под названием. Там выпускал свои чувства, не знаю, агроты на волю. Ладно. Чё, нормально? Зашел, нажал одну кнопку, выиграл 50 тысяч. Блять, почему бы и нет? Чё? Кто это? А, Николас Фальконе. О, Николас, блять, Никол... Ладно. Короче, чувак, привет тебе от Граспа Монтана. Если ты меня смотришь. Так, что тут вообще, как тут было? Бросил кости, результат 2-1. Я ничего, короче, не понял, но я понял то, что я выиграл. Ну и нормально, что, 50 тысяч плюсом.
Ладно. Так. Съездим сейчас до банка. Возьмем денежек. Наверное, все-таки, если нам сейчас хватит, то мы купим себе. Я, кстати, не помню даже, сколько она стоит. Но вы, наверное, поняли, о чем я. Машинка такая охуенная. На Е. Называется. А это что, тоже типа казино? Нет, это не казино, наверное. Казино. Нет, я больше не буду играть, серьезно. Живет этот чувак за меня. За мной преследует меня. А, нет, не преследует. Ладно. Элегия, короче, я хочу взять Элегию. Но я не знаю, сколько она стоит. Короче, сейчас посмотрим. Доедем до банкомата, все будет нормально. Так, ну сначала доедем до банка. Посмотрим, может мне кто-нибудь кинул кости. Блять, все у меня. Какие кости, деньги. Ладно, когда буду в СФ, тогда я начну запись. Ну что же, вот я и вернулся. Я себе купил ФЦР 900. Так вот, так, и тут падает какой-то мужик. Ну я заходим, и я думаю, еще раз нужно попробовать сыграть. Так, а вон там вот что у нас? Так. Ну, кто-нибудь, давайте со мной. Последняя игра. Так, на 500. Ну, давай, пофигу, на 500. К сожалению, я проиграл. Ладно. Сучка. Ну, давай. Во, я выиграл. Круто. Все. Так, 150. Ну, давай. Я выиграл. Красава. Так, кстати, можно и поднимать. Блин. Ну, давайте, ребятки. Блин, все-таки да, все-таки я азартный. Ну ничего, в принципе, все у меня теперь есть. Нормально. Может, и выиграем. Кто 50КС? Я выиграл. Ое. Круто. Кто 50к? А я тут проиграл. Пацанчику вообще не повезло. Марко Ричи. А, Марко Рика. Извини, братан. Ну-ка. Блин, что такое-то? Ой. Кто 50к? Ну давайте, ребятки, все, последняя игрулечка. Я выиграл, круто, заебись, пацаны, вообще гуляем нахуй, уе, заебись, вообще, блять, прям, блять, охуенно нахуй, сука, блять, пиздец. Ладно, 159 тысяч у нас на кармане есть. Ну что ж, пойдем это все в банкомат положим. Ну, что ж, ребятки. Ребятульки. А с вами был Грасс Монтана. Самый везучий человек на сегодняшний день из моего подъезда. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И не забывайте писать в комментариях прошлого видео, куда мне пойти в банду. Потому что у вас время осталось буквально часов 6-7. Вот. А хотя нет. Все-таки я уже в третьем выпуске буду в банде, так что, ну, все равно пишите. Ладно. Ну, вот и все. Всем удачи. Лохов побогаче. Давайте наберем 20 лайков и будет следующее видео. Всем пока.